Всем привет, дорогие зрители. 6 часов дня. Приехал я к своим друзьям. Они продают пятикомнатную двухуровневую квартиру, роскошную. Быстренько отсниму то, что есть из инфраструктуры, и поднимусь к ним. Потому что чай там меня ждет. Здесь, значит, такой бассейн. Вот такое здание. Проекту 11 лет почти. Тут самые большие, можно сказать, что спальни, которые есть в Алании. 22 квадратных метра одна, 33 квадратных метра одна. Так, здесь открытая парковка. В той стороне у нас маркет, сеть магазинов «Шок». В этой стороне у нас дорога главная, объездная, которую многие знают. Также есть путь с этой стороны и с той стороны. Это всем известная I Love Alania. Вот. Также с балкона вид на эту гору. У нас тут два входа. Один с второго этажа, а один прямо из сада. Тут у них как бы личный свой садик с деревьями. Так. Вот. Тут посажено 9 сортов винограда. Привезли из Измира, как мне сказала наша хозяйка. Вот. Это все сами они сажали. Вот тут у них дверь. Покажу, что сверху. Здесь тоже садик. Можно посадить огурцы, баклажаны, помидоры и тому подобное. Тут у нас гранатовое дерево. Я одну уже сорвал. Пойду наверху съем. И вот застекленный балкон второго этажа. 235 квадратных метров вся квартира. Войдем. Так. Вот такой вот здесь классический стиль. Тут дверь тоже такой толстенький, сейф. Тут они что-то ремонтировали. Начну я сразу со спальни. Вот такая огромная спальня. Здесь у нас как бы место для офиса сделано, стол. Вся ручная работа. Вот эта мебель также ручная работа. Узоры. Хочу вот показать интересную штучку. Я такое не видел. Вот дверь. Оригинальница. Интересно сделано. Так. Тут выхода на балкон нету. Вот такая просторная спальня. Кондиционер фирмы Altos. Роскошь, блеск. Здесь у нас, покажу изюминку этой квартиры. Здесь теплые полы у нас. Вот. Да-да-да-да. Так, королевская. Это джакузи. Вот, смотрите, какая вот красивая люстра. Могу показать оценку, именно как она на самом деле выглядит. Вот такие лебедь, очень интересно, креатив все, фирма креатив. Так, вот такой просторный санузел, весь озолоченный. Так, отключу свет. Так, отключу свет. Здесь у нас потайной ход. Сим-сим, откройся. Открылся. Вот кладовка. Закрываем. Спальня. Вторая. Просторная.
Играл игры, убежал. Так, увидел я, пришел. Значит, кондиционер фирмы Altus. Вот такая вторая просторная спальня. Та была побольше, эта поменьше. 22 квадратных метра здесь. Вот такая мебель. Продается квартира с мебелью и бытовой техникой. Поднимаемся на второй этаж. Видите, какие просторные лестничная часть этой квартиры. Мрамор. Начну я с этой стороны. Вот такой шкаф, тоже озолоченные ручки. Вот. Спальня для девочек. Эти люстры все под заказ, как мне объяснил мой друг. Так. Вот. Здесь у нас также есть выход на балкон. Вот такой балкон. Эта сторона северная. Застекленный балкон. Здесь у нас санузел второй. Вот. Такая душевая кабинка. Проточный водонагреватель фирмы Veito. Эти двери все они поменяли. Так, здесь прихожая у нас. Вот такой золотой дверь. В квартире есть лифт. Вот лифт. Это второй этаж. Так. Здесь у нас гостиная комната. Такая вот гостиная комната. Тоже просторная, не маленькая. Вот. Кондиционер в этой комнате у нас фирмы Vestel. Это новый телевизор LG. Полностью продается с мебелью и техникой. Телевизор, как сказал, новенький LG OLED, последняя марка. Так. И здесь у нас крайняя спальня. Хозяйская, скажем. Вот в таких оценках. Тут у нас... Вот такая спальня. Интересные обои. Тоже просторно, не маленькая. Минимум здесь 16-17 квадратных метров. И отдельная кухня. Вот такая кухня. Просторная. Вот это вся ручная работа. Samsung микроволновка, кофейник Philips. Ну, все, что вы видите, все. Ох, я кое-что увидел. Это драконий гранат, который я съем.
А это граната снизу, сада, который я сорвал. А это у нас квашеная капуста. Ох, какая хорошая она здесь домохозяйка. Малосольные огурцы. Сейчас будем кушать. Так, у нас кондиционер Altus. Холодильник тоже Altus. У них тут два холодильника. Угу. Какой-то, да, нашел. Новый холодильник, сейчас еще один покажу. Вот такая просторная у нас кухня. Гранитная мойка. Ну, вся техника Silverline. Вытяжка фирмы Vestal. Вот, хочу показать вам. На балконе у нас установлен такой последней марки холодильник Arçelik. Наполовину она как-то делает заморозку, как-то мне объяснили. Интересно, не буду открывать. Вот здесь все функции есть. Последняя модель Arçelik. Так. Вот такой просторный большой балкон. Застекленный. Стиральная машинка есть. И посудомойка. Это стиральная машинка LG. 9 килограмм. И Vestal у нас посудомойка. Вот. У нас вид с окна. Отсюда море немножко видно. И вот такой вид. Также видно горы. Так. Где подведем итог на этой стеночке. Дорогие зрители, 4 плюс 1 двухуровневая квартира в самом центре Алании, район Хаспахче. Расстояние отсюда до моря 1250-1300 метров максимум пешей ходьбы. Рядом есть вся инфраструктура, там впереди торговый центр Аланиум, 5 Мигрес. Ну, то, что нужно для жизни, это все в центре в основном, в центре Алании. Эта территория считается дорогая, Хаспахче. Потому что тут в основном виллы. 4 плюс 1, 235 квадратных метров с мебелью, бытовой техникой продается у нас. Выход в собственный садик, сами видели. Цена этой квартиры 230 тысяч евро, дорогие зрители. Обращайтесь, если вам понравилась эта квартира. Двухуровневая типа виллы с большими спальнями. И вот в таком стиле, классическом, золотистым. Роскошный, элитный, дорогой, золотой. Номер указан в описании, также в ролике видео. Все, с вами был Агаси из Солнечной Алании, район Хасбахче. Всем пока-пока.